Нашла способ сделать так, чтобы мухи и комары не садились на ранки. Смазываем их мазью Вишневского. И этот едкий запах, он их отпугивает. Вот, вокруг вообще никого, сегодня жаркий день, мух полно, но вокруг даже вот не вьются, отпугивает запах. Хорошо, хвостику такая вот передышка. Элину вот тоже искусали, такие вот проплешинки. И тоже вот смазали мазью, и на это место больше не садятся. Ну, конечно, она у нас побольше размерами, вокруг-то садятся, но хотя бы это пусть подживает.